эфире программа «Знак качества», и мы находимся в бильярд-холле, расположенном в Озоне. Озон, боулинг и бильярд вновь распахнул свои двери для рязанцев и гостей города. Турнира по бильярду начался новый сезон в Озоне. Столы для игры были подготовлены профессионалами и были выставлены по мировому стандарту. Теперь каждые выходные здесь будут проходить соревнования различного уровня, в том числе и международные. В этот раз на турнире собрались профессионалы и любители не только из Рязани, но и других городов. Открылась самая большая бильярдная платформа в городе Рязани. Очень интересно, вы долго ждали этого. Встреча со знакомыми, победа, призовой фонд, кубки и разговоры об открытии центра бильярдного спорта в Озоне, где смогут заниматься взрослые и дети. При этом перед зачислением в ту или иную группу любой может посетить несколько занятий с тренером бесплатно. Сейчас подготавливается пока еще программа обучения для начального обучения, для тех, кто что-то умеет играть, делать, повысить свое мастерство. И для тех уже спортсменов, которые умеют играть, неплохо играть. Для этого задействован у нас сейчас зам главного тренера сборной России, один из магистров по бильярдному спорту. Также он является вице-президентом Федерации региональной нашей федерации Рязанской области и главным тренером нашей федерации Полей Анатолий Александрович. Он готовит программы для развития бильярдного спорта России. Вот. И сейчас он готовит программы для нашей региональной федерации и для Центра бильярдного спорта. Анатолий Полей сотрудничает с Рязанской федерацией бильярдного спорта с момента ее создания. Он приезжал из Москвы и помогал разрабатывать программы тренировок, консультировал тренеров. В день открытия Озона он также принял участие в турнире. Я решил в нем принять участие, чтобы как бы поддержать это, поскольку здесь открылся прекрасный бильярдный центр. По моему мнению, это лучший центр в области. Вот. Столы очень хорошо расположены, просторный зал. Вот. И здесь как раз пришли завсегдатые бильярдной игры поучаствовать в турнире, собраться и поиграть. Вот. Как вы видите, участников много, причем приехали даже из Тамбова ребята. Вот. Здесь есть сильные игроки и есть игроки-любители, тоже очень сильные игроки. То есть все играют с большим удовольствием. На этом турнире сражались и чемпионы России, при игре с которыми можно было получить хороший опыт. По регламенту соревнований спортсмены играли в комбинированную пирамиду. При этом удар можно было осуществлять только битком, бордовым шаром. Увидеть, как это делают мастера своего дела – настоящее удовольствие и большая польза. Стоит сказать, что бильярд развивает логику, умение спокойно анализировать ситуацию, продумывать ее на несколько ходов вперед. Игра укрепляет глазные мышцы и имеет массу других плюсов. И если русский бильярд, который зародился именно на территории нашей страны и взрастил множество великих спортсменов-соотечественников, кажется для новичков очень трудным занятием, всегда есть пул. В Озоне представлены столы для игры в американский бильярд и снукер. Кстати, игра в снукер считается очень интересным занятием. И именно в Озоне существует единственный в Рязани стол для снукера с разноцветными шарами и особенным сукном. В долгожданный день открытия Озона в зоне для боулинга состоялось сразу два турнира на дорожках, сконструированных по мировым стандартам. Как известно, эта спортивная игра привлекает внимание не только взрослых, но и детей. Так что часто между собой сражаются все члены семьи. И кто кого здесь учит, это тот вопрос, который мы задали этой семье. Дети. Дети. Я лидирую. Я на втором месте. Я лидирую. Я на втором месте. Поскольку боулинг часто является семейной игрой, в день открытия Озона здесь состоялся турнир между командами семей. В составе каждой из них были игроки как минимум двух поколений. Одни команды подавали заявки на участие заранее, другие неожиданно для себя были втянуты в борьбу, придя сюда на открытие Озона. Видели вчера рекламу, открывается новый боулинг-клуб, и решили посетить его. И приятное
приятное удивление, то, что с 50% скидкой сегодня, как бы подарок. Весело, приятно, позитивно, то есть всем советую. Все очень нравится, весело. Победители и призеры турнира получили памятные кубки. Более того, между всеми участниками соревнований прошла лотерея с отличными призами. Другой турнир по боулингу в этот день представил возможность показать себя всем желающим и получить свою коллекцию первый или очередной собственный кубок. Большое количество гостей были рады открытию Озона и приехали сюда, чтобы просто провести время с друзьями или с семьей. Эта компания отметила здесь день рождения. Именинник признался, что заведение оказалось вне конкуренции. А больше некуда. В кафе все грязные, все не поймешь чего были. А здесь все-таки мы никогда не... Нет, были, но тут как-то попросторнее, по... Ну, как-то раскрепощенно. Ну и решили сюда. Родственники и друзья именинника приехали из Москвы и остались очень довольны игрой. Конечно. Ну, давайте азы мне какие-нибудь. Как надо правильно шарик покидать? Ой, я не знаю вообще правил игры. Я прихожу, беру шар, бросаю, попаду, не попаду. Ну, удовольствие, кайф получаем. Все. Мне просто нравится играть в эту игру. Шарики эти бросать и попадать. И как бы интересно просто все. В отличие от бильярда, поймать свою волну в боулинге намного проще. Несколько бросков, и шар уже летит в центр треугольника из кеглей. Как ты добиваешься успеха вот в боулинге? Надо попасть же, наверное, посерединке, чтобы шарик летел, да? Да. Ну, мне включают бортики, и я просто кидаю, и как получится, так и попадаю. Бортики помогают начинающим попадать в треугольник из кеглей. Так что при их включении дети оказываются в беспроигрышном положении перед взрослыми. Если же юное поколение устает от игры, для мальчиков и девочек любых возрастов в Озоне работает аниматор. У нас отличный детский уголок, где можно провести время с пользой как детям, так и родители могут присоединиться, потому что каждую неделю программы абсолютно разнообразны. В день открытия у нас была программа «Спортики». Сценарий был с уклоном именно на спорт занятия, то есть это мячи, гантели, мы бегали и прыгали на перегонки, отжимались, чуть ли не подтягивались, прыгали и по диванам. Ну, в общем, все было в спортивном стиле, по командам, по свисткам, было очень здорово и, естественно, победила друг. Многие из гостей, пришедших в день открытия обновленного Озона, помнят момент зарождения боулинга в Рязани. И теперь некоторые из них даже обучают этой игре своих внуков. Ну и как с дедушкой у тебя уже получается? Хорошо, ты его обыгрываешь потихонечку? Ну, я с ним играю в первый раз. Ну, он сильный соперник. Да? А как тебе в этом месте вообще понравилось сегодня? Как ты можешь охарактеризовать это заведение? Ну, это очень хорошее заведение, потому что здесь есть... И бильярд, и боулинг, и много ресторанов. Еще здесь очень весело. Расскажите, вы сами давно играете в боулинг? Мне вот ваш внук сказал, что вы достойный соперник. Где вы учились? Ну, иногда. Начинал, кстати, здесь. Это же было давно, когда только открыл. Всем было модно. И вот так приходили, играли. Не так много. Я не такой специалист по боулингу. Но решил много привлечь к этому делу. Так, а сейчас как вам здесь находите вот эту обстановку? Немножко изменилось? Как вам здесь? Не, вспоминаю, тут когда все открылось, вроде как и осталось все в таком же виде. Сохраняется. Это хорошо. За прошедшие полгода в Озоне произошла перестройка. Теперь часть того пространства, где раньше располагались дорожки для боулинга, выделена для занятий спортом и танцами. Светлые помещения, современное покрытие для пола, профессиональные тренеры – все это сюда привлекает даже самых юных спортсменов и танцоров. Сейчас комплекс Озон направлен на развитие спорта в регионе и поддержание к нему интереса как у детей, так и у взрослых. В одном месте здесь сформированы достойные условия для тренировок по интереснейшим направлениям, в том числе по футболу и художественной гимнастике. И пока дети заняты в своей секции, родители могут провести здесь время в свое удовольствие. А может быть и стать хорошим игроком в бильярд. Помните о том, что Россия занимает лидирующие позиции в мире бильярда. И очень заманчиво заниматься продолжением этой доброй традиции. Прекрасная обстановка, хорошая игра, прекрасные столы, хорошее настроение. Поэтому прекрасно здесь проводить время. Бильярдном центре. Озон, боулинг и бильярд открыл свои двери в новом свете. Рязань, улица Колхозная, дом 11. Телефон боулинга 29-68-20, а бильярд холла 99-10-99.
Впервые заходя в центр, восхищаешься его размерами. Десятки кабинетов расположены на двух этажах. В них принимают более 70 врачей и медицинских сестер. Специалисты работают в две смены, поэтому попасть к нужным можно без очередей и в удобное для вас время. Каждый кабинет оборудован по последнему слову техники. Космический корабль напоминает даже привычный кабинет терапевта. Данный аппарат называется пульсоксиметр. Он измеряет сатурацию кислорода в крови и пульс. В настоящий момент ваш пульс равен 71 удар в минуту, сатурация кислорода 98 ударов в минуту, что соответствует норме. За 4 секунды измерить температуру тела, за 15 – давление, 20 – на изучение объема легких и еще 30 секунд, чтобы сделать экспресс-электрокардиограмму. Современный прибор помогает терапевту за считанные минуты понять, какие органы у вас работают неправильно, и направить к нужному специалисту. От регистратуры до кабинета кардиолога 10 минут. Вот. Это включая опрос пациента и снятие электрокардиограммы. Потому что иногда больные жалуются на боли за грудиной, на нарушение ритма сердца. И тут, как никогда, нужна экстренная помощь. Специалисты медицинского центра «Медэкспресс» действуют быстро и четко. Так, на приеме у окулиста вам не придется задерживаться надолго. В отличие от классической поликлиники, где на подбор очков уходит от 30 до 60 минут, в центре «Медэкспресс» это займет не больше 3 минут для проверки обоих глаз. Этот аппарат позволяет сразу выявить, сколько диоптрий нужно для ношение очков. Сразу показывают плюсовые и минусовые, потому что очки это разные, чтобы читать и смотреть вдаль. После того, как аппарат определил остроту зрения, врач достает волшебный чемоданчик. В нем находится около 250 стекол, каждый из которых не царапается и не мутнеет. А маленький шаг диоптрия позволяет дополнительно проверить данные аппарата и осуществить первую примерку будущих очков. Чтобы человек мог одеть очки, уже пройтись, посмотреть, чтобы голова не кружилась и было все комфортно. В разы быстрее становится и посещение кабинета отоларинголога. У нашей пациентки врач обнаружил в ушах серные пробки. Раньше уши промывали с помощью шприца Жанне. Приходилось подогревать специальную жидкость. Процедура занимала от 10 до 15 минут. Мне сейчас на процедуру уходит 2 минуты. Пациенты бояться перестали? Не то, что перестали. Они даже радуются. Говорят, что будем приходить только на этот аппарат. Для них это удивительно. Особой гордостью центра «Медэкспресс» является новейший и единственный в своем роде в Рязани аппарат для ультразвуковой диагностики. Благодаря нему врач видит очень четкую картинку исследуемого органа и может максимально точно диагностировать заболевание даже на ранних стадиях. Здесь гораздо более совершенная обработка цифрового сигнала, что это дает более детально посмотреть структуру органа. И мы с вами, в принципе, вот можем видеть на этих замороженных изображениях щитовидной железы. Посмотрите, насколько визуализация каждой детали здесь вот, даже вот просто в сравнении, что может показать ваша камера. Более выражена, более четкая. Зернистость мы более четко прослеживаем. Можем померить каждый фолликул практически. Отличия новой модели от старой видны невооруженным глазом. К тому же новый аппарат обладает дополнительными уникальными функциями. Показывает не только черно-белые изображения, но и цветные. А также позволяет посмотреть орган в различных плоскостях и проекциях, что раньше было невозможно. Почки, щитовидная железа, сердце, печень, суставы. Уже более 3000 пациентов прошли УЗИ-обследование на аппарате премиум-класса. Также можно трехмерное изображение получать. На том аппарате оно, в принципе, тоже было возможно. Но здесь гораздо более четкое изображение. Это тоже нам важно для определения некоторых патологий, таких врожденных патологий органов. Сэкономить время пациента и провести максимально точную диагностику. В медицинском центре «Медэкспресс» вы получаете результаты анализов и снимки рентгена так быстро, что не успеваете покинуть кабинет врача. Если это флюорография, то вообще просто 10-15 минут. Если, конечно, ему нужны снимки на руки, то нужно подождать, пока мы все это дело распечатаем, потому что мы можем отдать как в цифровом формате, то есть скинуть на флешечку, либо распечатать на цветном принтере. Благодаря передвижной рентген-лаборатории проверить состояние легких и обнаружить первые признаки туберкулеза можно, не выходя из офиса своей компании. Таким образом, медицинские осмотры становятся не просто быстрыми, но и не отвлекают сотрудников от основной работы.
Любые анализы, забор крови, забор мазков из зёбы и носа на различные инфекции и посевы, внутримышечные и внутривенные инъекции. Весь комплекс услуг можно быстро получить в медицинском центре. Мне хватает вполне минут 3-5, это максимум для забора, полного забора всех анализов. Как вы сами сейчас наблюдали, прогонка одного, наверное, анализа длится где-то около минуты. А дальше мы уже занимаемся постановкой сои, что занимает час. В течение часа можно выдать полный спектр анализов в лаборатории. Для этого существуют вот аппаратные методы, полуавтоматы. Ну, для этого и созданы наши лаборатории такие, экспресс. Наличие собственной лаборатории позволяет пациентам за один день пройти комплексное обследование всего организма. Ведь врачам не нужно ждать несколько дней для получения анализов, чтобы точно поставить диагноз. Программы бывают разные. Кардиологическая, антиникотиновая программа для мужчин и женщин, урологическая. Сформировать индивидуальную, решающую именно ваши задачи можно еще до похода в центр на сайте medexpress62.ru. Для этого в чате можно оставить заявку, описать свои пожелания, а также согласовать с менеджером удобное для вас время визита и стоимость обследования. Если диагностика выявила серьезные заболевания, то врачи назначают лечение. После осмотра и консультации стоматолога, уролога, гинеколога, кардиолога для пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения. В случае, если экспресс-диагностика выявила отклонение в работе сердца или пациент жалуется на давление, тогда доктора медицинского центра проведут обширные исследования. При этом пациенту не придется отвлекаться от работы или домашних дел. Суточный или трехсуточный мониторинг работы сердца можно осуществить с помощью холтера, аппарата, состоящего из электродов, которые крепятся на тело, и базы, где записывается вся информация о сердечном ритме. С помощью программы мы видим ЭКГ за сутки. То есть видны все нарушения, которые были в течение 24 часов. Какие-то блокады, какие-то остановки иногда, да, паузы, экстрасистолии. Вот, в зависимости от того, что мы видим, потом мы назначаем, естественно, специфическое лечение. Также внимательно доктора медицинского центра «Медэкспресс» относятся к постановке диагнозов в других областях, чтобы назначить верное направление для лечения, как в случае с лазеротерапией. Это один из методов физиотерапии, подразумевающий воздействие лазером на определенные участки тела. Передовая технология отличается тем, что не имеет противопоказаний. Ее хорошо переносят как взрослые, так и дети. Во время процедуры нет ощущения тепла или жжения. Лазерное лечение снимает боль, замедляет воспалительный процесс, что актуально для суставов и ортопедических заболеваний. Эффект наступает уже после 2 процедур, которые длятся не более 10 минут. Другим популярным видом лечения является массаж. В первую очередь он воздействует на рецепторы, которые расположены на теле пациента. Массаж активно влияет на мышцы, сосуды и внутренние органы. Если врач назначил вам регулярные уколы и прием таблеток, а вы боитесь, что не сможете сами соблюдать установленный режим, то можете воспользоваться дневным стационаром. Благодаря пристальному вниманию медицинских сестер в их заботливых руках вы быстро поправите свое здоровье. Медицинский центр «Медэкспресс» уникален для Рязани. Передовые технологии здесь сочетаются с высоким профессионализмом врачей. А программа медицинской диагностики позволяет выявить заболевания, в том числе онкологические, уже на первой стадии, когда их еще можно вылечить.